друзья, всем привет. Хотите получить убежище в США? Придется заплатить. С такой инициативой вышел Конгресс и президент Дональд Трамп с новым законопроектом. Вы приезжаете в Тихуану, в Мексике, либо вы будете внутри страны и захотите подать на убежище, подать свое заявление, придется заплатить $50. Если у вас нет $50, то, по мнению Дональда Трампа, вы нищие, вам нечего делать в этой стране. Посмотрим, как будут развиваться события, да, парадоксально, да, весело, но тем не менее, такое бывает в Америке. Подписывайтесь на наш Инстаграм, удачи вам, всем всего доброго, пока.